Студенческое братство вчерашних школьников принимали учащиеся старших курсов. Они вручили первокурсникам студенческие и читательские билеты. Я уже с 11 класса мечтал поступить в гуманитарный институт имени Сапарбаева. И теперь моя мечта сбылась. Мне всегда хотелось получить высшее образование, и я надеюсь, что, окончив институт, стану настоящим специалистом. Более 1000 абитуриентов принял в этом году Южно-Казахстанский гуманитарный институт имени Сапарбаева, по праву считающийся одним из крупнейших и авторитетных вузов области. Все студенты, поступившие в этом году в наш вуз, пришли к нам с большим багажом знаний, и мы надеемся, что за годы обучения они его приумножат и выйдут из наших стен хорошими специалистами. Теперь все зависит от них. После торжественного вручения билетов праздник первокурсников продолжился. Специально для них была подготовлена концертная программа.